Космический телескоп Джеймса Уэбба наблюдает за спиральной галактикой NGC 7469. Расположенный в 220 миллионах световых лет от Земли в созвездии Пегаса, на этом изображении, опубликованном 21 декабря 2022 года. Эта галактика очень пыльная, но инфракрасное зрение Уэбба позволяет наблюдать и такие особенности, как интенсивное кольцо звездообразования вокруг его яркого центра. NGC 7469 – промежуточная спиральная галактика в созвездии Пегас. Расположена на расстоянии около 200 миллионов световых лет от Земли, что означает, учитывая ее видимые размеры, что NGC 7469 имеет приблизительно 90 тысяч световых лет в поперечнике. Он был открыт Уильямом Гершелем 12 ноября 1784 года. NGC 7469 – галактика Сейферта 1 типа, характеризующаяся ярким ядром. Это также светящийся источник инфракрасного излучения с мощной вспышкой звездообразования, встроенной в его околоядерную область. Сосуществование околоядерного звездного кольца и активного ядра галактики превратило NGC 7469 в ключевую цель для изучения их взаимосвязи. Представители этого класса объектов стали известны как галактики Сейферта, и было отмечено, что их поверхностная яркость в ядрах превышает нормальную. Также было отмечено, что NGC 7469 имеет очень широкие линии водорода. Сейфертовские галактики первого типа идентифицируются как имеющие широкие эмиссионные линии и являющиеся радиоактивными активными ядрами галактик EGN в единой схеме, предложенной в 1990-х годах. Наиболее общепринятой теорией источника энергии EGN является наличие аккреционного диска вокруг сверхмассивной черной дыры. В случае NGC 7469 масса околоядерного газового диска почти равна массе аккреционного диска. Считается, что в NGC 7469 находится сверхмассивная черная дыра. Вокруг черной дыры находится пылевой тор, лежащий на расстоянии 65-87 световых лет, исходя из времени задержки в К-диапазоне. Низкоскоростной газ представляет собой высокоионизированный поглотитель с высокой плотностью, расположенный вблизи широкой области эмиссионной линии. По расчетам, его общая плотность составляет 10-20 на квадратный сантиметр. Вокруг ядра наблюдалось кольцо интенсивного звездообразования. Его излучение было впервые обнаружено в радиоволнах Ульвистадом и других в 1981 году, а затем наблюдалось в инфракрасном и оптическом диапазонах волн. Скорость звездообразования в галактике, по оценкам, составляет от 40 до 80 масс Солнц в год. NGC 7469 стала одной из первых галактик, которую наблюдает космический телескоп Джеймса Уэбба. Телескоп Джеймса Уэбба разгадывает тайны нашей Вселенной. Мы продолжаем космический наш полет. Увидимся с космосом 1.